Как всегда, входящие звонки портят нам видео. Но, ну, открывайте пасть. Такую пасть только арбузики класть. На. Что? Вот видите, опять вредничает. Вредна Маша. Маша вред. Вредна Машка. Машка вредняшка. И что ты? Бестолковая такая. Ну и что? И что? И вот и что? И вот что? И что? И что это? А, да, теперь почешите меня. Да, теперь меня почешите. Вот, я теперь почесаться готова, да? Давай почешем Машу. Ну. Лапу убирай. Давай садись спиной и почешем Машу. Что ты? Да. Ой-яй-яй, ой. Ой, какая вредная, а. Вот вредина, да, вредина медведина. Да, вредина медведина. Вот это я сейчас поймаю. Что ты? Не хочу я с тобой играть. Ты вредная медвежья морда, блин. Да. Угу. Тяните. Ой, тянуть лапы. Поворачивайся спиной, я тебя почешу. Не буду, будешь лапами размахивать, не буду тебя чесать. Но. Что ты? Ну. Ну. Давай, поворачивайся. Не, ты лапы готовишь, все, нет. Я не буду с тобой играть. Вот, молодец, девочка, уселась Машенька. Чтоб ее вычесали, почесали. Такую хорошую девочку. Вот, из нее шерсть лезет, как дурнинушка. Вот, мы сейчас ее почешем хорошенечко, да, Маша? Да, хорошенечко почешем, чтобы Маше не жарко было. Да? Вот, чешем Машу. Куда вот такую хулиганяшеньку? Она опять вредняшенька начинает меня ловить. Маш, ну хватит лапой махать. Что ты улеглась тут? Ну и что это такое? Давай, садись. Давай, усаживайся. Давай, молодец, Машенька. Молодец, хулиганяшенька моя девашенька такая. Сейчас вот Машу вычешем Машеньку. Хулиганяшеньку, вредняшеньку. Ой, да ладно, блин. Иди, глазки устроить, мастерица, наша медвежья девица, да? Такая вот Машенька, вредняшенька, Маша расколбаша. Да, вот так, Маша. Да. Ой, что она же это не по сильным трудом все ж пропало. Ой, шорстка моя. Прошлогодняя. Да, Маш? Твоя шерсть? Что? Куда ты пошла? Видите, какое разделение? Вот как мы вычистили. Тогда она чуть-чуть раскидала сено. И больше ничего не делает. Там она сейчас в своей берлоге находится. Сейчас опять будет меня ловить.
Ну а что ты? Маша. Угу. Маша с колбаш. Конвой свободен. Идемте дальше. Чего ты прибежала? Что? Да, я все, я ушел от тебя. А ты вредина. Ну. Не, все. У тебя нафиг. Да? Самый продуманистый лось в мире. Мих, ты моя красавица. Фиона. Рыжий. Ну что ты? Вот. Хантер. Тоже лезешь, да? Рыжий тоже лезет, да? Что там у противных? Вот. Да. Деньги на еду закончились. Так, пойду я доканчивать советник. Ну, сейчас пойдем кормить. Ну, можно попозже. Где этот товарищ? Ну, у меня все покормлены. Это там звезда. Маша еще не все поела, я ей дала только лаваш. Ага, вредничает, дерется, меня ловила. Давай-ка. Пол арбуза едадим. Лапы ударила, зараза такая. Маша, не разноси там ничего. Арбузик. Так а ножик здесь был. А? Ножик ты убрала? Убрала, тут лазят всякие разные. Ну а что? Да? Такой красавец у нас. Может, я так топориком. Да вы что? Если, а если выглядит как арбуз и пахнет как арбузом, наверное, это все-таки как это арбуз. Можно идти? Это что было, а? Что это такое? То есть идите вы со своим арбузом. Ну ты видела? Мы ее, понимаешь, подобрали. Открыли такси. На помойке. Маш, он же спелый, ну блин. Чё, алло, иди сюда. Придут? Я иду, рыбу тебе не. Что вы говорите? Маша, Маша хорошая девочка? Вот Машина граната летела с того края вольера. Маша, говорите, хорошая девочка? А я говорю, что это вредина-медведина.
Ну. Ну что ты, вредина медведя? Садись, давай я тебя пощипаю еще. Давай. Ой, да ладно. На. Но. Рыба. Хорошо, хоть рыба не кидает. Угу. Девочка, охреневочка. Замах через спину у нас. Ну, хорошо, особенно получается. Канистры летят. Еще достать. С этой врединой медвединой. Так, вы что хотите, а я пошел в этот самый. Машину я могу отогнать прямо сейчас. Наверное, надо делать это. Ладно, дорогие наши зрители. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что оставляете комментарии. Мне, наверное, в описании видео надо, если кто-то читает эти описания, наверное, надо все-таки не только указывать номер карты и телефона. Спасибо вам за помощь. Ну, еще, наверное, за что я буду банить, потому что уже с предложениями отправить Машу Мансур, как бы народ схлынул, но еще находятся таланты. Вилечка, отойди, пожалуйста. Спасибо, дорогие. Вот сегодня контейнер привезут, вот эту вот фигню раскидаем. И будет нам от этого счастье. Чего, собственно говоря, и вам. Самый продуманистый в мире лось.